Жители Твери снова начали массово жаловаться в соцсетях на неубранные от снега придомовые территории. По сообщениям жителей, нечищенные проезды часто становятся причиной заторов во дворах. Автомобилисты не могут проехать, пешеходы не могут пройти. О том, какая сейчас ситуация с уборкой снега, в сюжете нашего корреспондента. Огромные сугробы и колеи на дорогах образовались на территории многих многоквартирных домов. Снега столько, что легковые машины с трудом могут разъехаться и застревают. В свою очередь пешеходы отмечают, что по дорожкам невозможно пройти на работу и приходится пробираться чуть ли не вплавь по снегу. В администрации Твери рассказали, что сейчас в городе задействовано около 30 единиц техники для расчистки улиц. Дворы многоэтажных домов являются одной из проблемных территорий. Подходы к подъездам, к контейнерным площадкам и внутридворовые проезды. И ответственность на уборке этих территорий лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, которые обслуживают данный дом. Департамент дорожного хозяйства обслуживает магистральные улицы, улицы, находящиеся в муниципальной собственности. К слову, многие горожане жалуются на управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности по очистке дворов от снега. Однако существует много мест, куда можно позвонить и рассказать о проблеме со снегом. Например, в отделе благоустройства администрации районов Твери. Номера телефонов вы сейчас можете увидеть на экране. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру. 18 января прокурор Тверской области поручил проверить качество уборки снега в регионе. Прокурором Тверской области Сергеем Борисовичем Лежниковым дано поручение межрайонным и районным прокурорам организовать соответствующую проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов контроля. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Однако, скорее всего, снег останется на месте, потому что его попросту некому убрать. Поэтому можно взять инициативу в свои руки. Если жители не устраивают уборка снега в их дворе, можно обратиться в специальную компанию и заказать грейдер. Или взять инициативу в свои руки и убрать снег с помощью специальной снегоуборочной техники, которую можно приобрести в магазине. Так, 4 февраля в Твери на Волоколамском проспекте 43 состоялось открытие первого в городе центра инструмента и техники «Бегам». В центре инструмента и техники «Бегам» представлен огромный ассортимент электроинструмента, снегоуборочной тепловой техники, сварочное оборудование, строительной техники, товаров для отопления и водоснабжения. Всего более 10 тысяч наименований товаров. В честь открытия «Бегам» дарит клиентам мега-скидку до 30% на весь ассортимент. Только 4 и 5 февраля у всех покупателей есть уникальная возможность сделать себе отличный подарок, познакомиться с магазином и приобрести инструменты и технику с большой выгодой. Приобрел болгарку, аккумуляторную. Пригодится она в хозяйстве. В принципе, можем порекомендовать. Я уже одному ссылочку уже сказал. Проезжал здесь мимо, увидел открытие магазина, решил посмотреть. Давно хотел набор инструментов приобрести. Выбор оказался здесь большой, отлично, меня проконсультировали, в целом понравилось. Скидка порадовала, решил сразу взять. Порекомендуете своим друзьям, знакомым? Да, однозначно. Купили бензопилу «Штиль» 180-го с легким запуском. Мы рекомендуем зайти сюда и посмотреть. Есть с чем сравнить, и да, цена-качество пока нас устраивает. Компания «Бегам» присутствует в 16 регионах России, и мы постоянно расширяем не только географическое присутствие нашей розничной и оптовой сети, но также работаем и над тем, чтобы наши магазины становились больше, чтобы наши клиенты могли выбрать еще больше ассортимент продукции в каждом городе. Сегодня мы открыли магазин для жителей города Твери, это наш 29-й магазин, и для нашей компании самое главное – это наши довольные клиенты. «Бегам» всегда предлагает широкий ассортимент инструмента и техники, консультацию опытных специалистов, собственный сервисный центр, бонусную программу и своевременную доставку во все точки России. Приглашаем вас за выгодными покупками в Центр инструмента и техники «Бегам». Жителям Твери с радостью сообщаем, что в нашем городе открылся большой и современный магазин «Бегам» по адресу Волоколамский проспект, дом 43. Приходите за покупками. «Бегам». Счастье